slow down. Grab and go up. Baby, like you tryna make your ass fall off. Slow down. Всех приветствую, друзья, с вами Валерий Хаус, и мы продолжаем проходить Resident Evil, вторую часть, кампанию за Леона Кеннеди. Так. Убираем пишущую ленту. Продолжаем исследовать локации. Нам нужно найти карточку. Решетка сломана. Между ее прутьев взрослому не пролезть. Карточку для оружейной. Собак мы убили здесь, очистили все. Двигаемся на парковку. Извини за это. Когда я увидела униформу, то подумала, что ты тоже зомби. Ты кто? Эйда Ванг. И что ты здесь делаешь? Я ищу парня по имени Бен. Он принадлежит к тому типу репортеров, которые всегда ищут сенсации. Я слышала, что ее замкнули в блоке. Там только старая машина, которая переграждает вход. Я попыталась найти другой путь внутрь. Если бы мы работали вместе, мы могли бы добиться чего-то. Дай мне свою руку. Ну, первая встреча с Адой Вонг. Одной из красивых персонажей в игре. В серии поможем ей сдвинуть машину. Машина не на ручнике, в одиночку мне не сдвинуть. Ну и что? А. Освободили проход.
Эйда, подожди! Мы пришли в какую-то псарню. Так. На всякий случай прикончим собак. Крышка плотно закрыта. Ее можно открыть только специальным инструментом. Специального инструмента у нас нету. Так, пленка. Взяли пленку. Контрольная панель, позволяющая отпереть замок. Замок открыт. Так, травушка. Сделаем смесь из трех трав. Ядерную смесь. Да, я угадаю. Ты, наверное, Бен, так? Поднимайся. Что тебе нужно? Я пытаюсь заснуть. Это и есть парень? Бен, ты сказал властям города, что ты знаешь о том, что происходит, не так ли? Что ты им сказал? А ты еще кто? Я пытаюсь найти своего парня. Его зовут Джон. Он работал в одном из отделов Umbrella, расположенном в Чикаго. Но он внезапно исчез 6 месяцев назад. Я слышала, что он здесь, в городе. Я ничего не знаю, но даже если бы я знал, с какой стати я должен говорить вам об этом. Okay, I say we leave him in there. Does anyone know where they put the key to this cell? Она у меня прямо тут, офицер. Но я не собираюсь покидать эту камеру. Эти зомби — единственное, что там есть. Что это было? Я уже сказал, я не покину камеру, но... Убирайтесь отсюда, пока вы не пришли ко мне. Хм, я никуда не иду. Я единственный полицейский, который остался здесь. Что? Если ты хочешь выжить, то ты должен идти со мной. Ты хоть знаешь, как выбраться из этого города? За зданием есть канал. Внутри канала есть большая дыра. Идите туда, и вы выйдете к сточной канаве. Но это будет нелегко. Хорошо, я иду. За зданием есть канал. Внутри канала есть большая дыра. Идите туда, и вы выйдете к сточной канаве. Но это будет нелегко. Так, нас отправили... канализацию, вот как раз монтировка, откроем люк.
Так, я пробежал. Да. Так, паучки, трогать их не будем, тратить патроны на них. Ё-моё, ай-яй-яй. Главное, чтобы он нас не отравил. Нет, все нормально. Сейв-рум. Так, отлично. Идем дальше. Похоже, что с помощью этой панели открывается замок. Здесь данное описание нужных вставок. Вставка короля, вставка ладьи, вставка слона, вставка коня. Крепко заперто, кажется, открыть можно с помощью панели справа. У нас, по-моему, еще не все собрано. Эйда! Я думаю, я еще не представился. Меня зовут Лиен. Это конец. Ты думаешь, нам надо идти наверх через эту шахту? Поднимай меня, я хочу проверить. How cute. That little girl must have dropped this. I think I'll hold on to it for her. Так, нам придается управление Адой Вонг. Что у нее имеется? Пистолет Браунинг, производитель Бельгия, боеприпасы 9 на 19 мм, пуля от парабеллума, патроны и аптечка. Еще фотография. Довольно свежая фотография. Так, расправляемся.
Зомби. Ах ты такой. Да чтоб тебя. Так, карта канализационного стока. Так, нужно сделать мост, чтобы переправиться на другую сторону. Здесь вот есть такой нюансик. Надо правильно это все расположить. Так, не надо двигать. В первой части, не в первой части, в первом сценарии за Клэр, здесь мы играли маленькой девочки Шерри. Делали все то же самое. Пускаем воду. Взяли ключ от двери. Так, имеет форму масти трефы. Патроны для дробовика. Все, возвращаемся обратно. Леон, ты меня слышишь? Эйда, ты что-нибудь нашла? Вот здесь. Думай быстро. Вот еще один. Слушай, я не могу достигнуть вентиляционной шахты. Я поищу другой путь. Я присоединюсь к вам позже. Что? Эйда, подожди! Девочку. Я расчистила мусор, который блокировал коридор. Понял. Так, надо возвращаться в сам участок. Перед этим мы... Так, что, ничего выбрасывать не надо. Возьмем карточку от оружейной и зайдем в оружейную. Так, паучара. Ай.
наткнулся. Отлично, нас не траванули, все нормально. Так, здесь собаки. Трогать их не будем. Так, использовали ключ трефа. Опа. Так, 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 тревога. Берем аптечку. Цапнули нас несколько раз. Пластиковая карта с надписью «Склад оружия». Отлично. Перейдем в оружейную комнату. Так, отлично. Патроны для Магнума. Патроны DOT 50 AE для пистолета Desert Eagle. Патроны для пистолета. Для дробовика ничего нету. Здесь лежит пулемет. Так. МАК-11. Производитель корпорация Umbrella. Боеприпасы, патроны DOT 380. Отлично. Нашли автомат. Теперь идем. Возвращаемся в особняк. Ничего полезного. Здесь тоже пуст, пуст ящик. Так, патроны для дробовика. Дневник сторожа. 11 августа. Мне довелось увидеть голубое небо впервые за прошедшие годы, но это не помогло мне избавиться от хандры. Шеф отчитывал меня за пренебрежение служебными обязанностями, когда я был не на вершине часовой башни. Единственное, что я до сих пор не могу понять. Шеф, казалось, был больше озабочен тем, что я забрался на башню, а не тем, что оставил свой пост.
Да и вообще, зачем кому-то понадобилось запрещать доступ на башню? 5 сентября. Я недавно разговорился с стариком, что работает на мусорной свалке. Его зовут Томасом. Довольно тихий и, кажется, очень любит шахматы. Он даже для дверей на своей свалке сделал особые замки и ключи в виде шахматных фигур. Мы договорились с ним сыграть партию в шахматы завтра вечером. Интересно, насколько он хорош? Единственное, что меня беспокоит, так это то, что он вечно чешется. Что это, кожная болезнь или просто невоспитанность? 9 сентября. Томас оказался куда лучшим игроком, чем я мог предположить. Раньше я считал себя хорошим шахматистом, но он расправился со мной в 2 счета. Пожалуй, единственное, что может сравниться с его мастерством, так это неумеренность аппетита. За время игры он только и говорил, что о еде. На вид он был вполне здоров, только что-то в нем казалось мне очень странным. Интересно, все ли с ним в порядке? 12 сентября. Сегодня у нас с Томасом должна была состояться еще одна партия, но нам пришлось ее отложить из-за его плохого самочувствия. Он заглянул ко мне, но я отправил его домой отдыхать, потому что выглядел он словно ходячий мертвец, хотя он утверждал, что чувствовал себя нормально. Но с первого взгляда было видно, что у него реальные проблемы. Если подумать, в последнее время я и сам стал чувствовать себя неважно. Его горло и живот были разодраны. Так, аптечки, ладно. Пускай стоят. Так, отправляемся к замку Трефы. Еще одну дверь откроем. Где-то здесь, по-моему. Так, все бесполезно. Картина, изображающая человека в карете. На колесе что-то написано. Свет на даму, короля и вольта. И тогда карета поедет. Полная неразбериха. Так, можете зажечь огонь. Зажигалка у меня с собой. Аптечка. Нет. Брать мы не будем ее. Так, я последовательность-то не помню, по-моему. Так. Так. И вот так. Опа. Вот и тиран. Покрыто золотом, похоже на большую деталь от часов. Так, ладно, с ним сражаться не будем. Он тут стену пробил так. Ах, он засранец. Еще и ударил.
Так, куда нам надо-то? Наверх, да. Отправляемся к Клэр. Так, так, так. Да что ты, почему у тебя три? Три патрона-то в тебе. Нужна срочная аптечка. Убираем все, возьмем аптечку. Различные трофеи, ничего необычного. Чучело зверя. Разные предметы, ничего полезного. Дневник секретаря Б. 8 июня. Когда я сегодня прибиралась в кабинете шефа, он вдруг ворвался в дверь с покрасневшим от ярости лицом. Я проработала здесь всего 2 месяца, но это уже второй раз, когда я вижу его таким. В прошлый раз он так злился на меня, когда я подвинула эту статую. Только теперь он был зол еще больше. Мне даже показалось, что он был готов ударить меня. 15 июня. Мне наконец удалось выяснить, что все это время скрывал шеф. Если он узнает об этом, моя жизнь окажется в серьезной опасности. Но уже слишком поздно. Утром, вечером мудренеет. Так, имеет 4-гранный наконечник. Похоже, что им не пользовались. Так, возвращаемся обратно. Ты-то здесь откуда взялся?
Дневник шефа. 23 сентября. Все кончено. Эти кретины из Umbrella все-таки сделали это. Несмотря на все свои обещания, они уничтожили мой город. Вскоре улицы заполнят зомби. Возможно, я стану одним из них. Если так случится, я убью всех в городе. 24 сентября. Согласно плану, мне удалось внести существенное замешательство в ряды полиции. Я постарался сделать так, чтобы никто не смог войти в город или выбраться из него. По крайней мере, живым. Я лично проследил за тем, чтобы все возможные пути бегства из города были перекрыты. Несколько выживших еще пытаются спастись через нижние уровни. Но уж я постараюсь, чтобы никто из них не смог выбраться. 26 сентября. Я передумал насчет выживших с нижних уровней. Я решил, что прикончу их сам. Меньше часа назад я прикончил Эдда выстрелом в спину. Я смотрел, как он бился в агонии на полу, в луже собственной крови. Выражение его лица было просто чудесным. Он умер, глядя на меня широко открытыми глазами. Это было упоительное зрелище. Интересно, жива ли еще дочь мэра? Я позволил ей сбежать, чтобы продлить удовольствие от охоты. Да, я буду наслаждаться своим новым трофеем, навечно застывшая в позе, которую я сам ей выберу. Так, картина, ничего не делается. Патрончики. Все, выходим. Почему-то я думал, я здесь встречу Клэр. Но я ошибся. Что, я со всеми прощаюсь. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Также не забываем оставлять отзывы и комментарии под видео. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.